Короче, сегодняшний день можно назвать днем сбычи мечт. Кто-то мечтал погрузиться и погрузился. Лично я мечтал сварить флотский борщ прямо на берегу моря. И это было осуществлено. Вот он берег, вот он флотский борщ. Я этому несказанно доволен. Вот они, аквалангисты. Да. Да. А вот и Пал Палыч пришел на флотский борщ. Пал Палыч, присаживайся, пожалуйста. Сейчас, одну буквально секундочку. Давай.